А, так, друзья, ну вот сейчас я на стенде компании «Снегирь». Ее представляет ее руководитель Федор. Федор. Всем привет. Мы с вами уже второй раз встречаемся. В прошлый раз вы рассказывали про ваши электрические версии «Урала». Да. А, расскажите про вот эти ваши новые машины. Это «Снегирь», «Сноубайк». Обычная версия и прокачанная версия. Отличаются батарейкой в полтора раза больше емкости и усиленная, увеличенная гусеница с большим грунтозацепом. Так, сколько батарейка здесь и сколько здесь? И сколько 50, они проходят на этих? 55 ампер-часов батарейка стандартная, 75 ампер-часов батарейка усиленная. Так, и сколько они пройдут на этих батарейках? Они пройдут примерно одинаково, потому что здесь стоит стандартная гусеница, которая легче крутится. А здесь стоит гусеница с зацепом 40 мм, она требует больше количество энергии. Так, давайте покажем эту гусеницу. Так. Просто есть. Эта версия более проходимая. Так. По комплектующим. Что так. Тут у нас стоит? Здесь стоит 4-киловаттный мотор Куаншин. Китайский. Да, китайский, который в пике выдает 25 киловатт. Так, а по батарейке? Батарейка 75 ампер-часов, никель... LFP? Нет, никель NMC. NMC. Понятно. А, ну, пока тоже китайская. Да, ячейки. Ячейки. Сборка здесь. Также контроллер VATOL 200-амперный, известный всем. Ну и специально я смотрю вот эти рукавички для зимней езды, да? Так, и по цене сколько они стоят? Стандарт 850 тысяч, усиленная версия 1 000 000. Ну и кто основной потребитель такой техники? Есть или может быть? Это, основные потребители – это турбазы, пансионаты для проката. Потому что очень сейчас распространено такое направление, как экологический туризм. Техника тихая, техника очень дружелюбная. Любой человек за 5 минут начинает получать удовольствие от вождения. Ну, то есть мы говорим практически, что это коммерческий вид транспорта, числе, именно да? В основном для проката. Да. Так, Федор, помимо вот снегокатов и того Урала, что еще у вас в планах есть? У нас в планах создание конверсии для автомобиля «Луаз». Луаз? Луаз, Луаз. Такой транспортер. Это такой был маленький, да, внедорожничек, да. Да, смешной иногда. Вот мы сделаем электрическую версию такого скорости. И создание полутохода на колесах низкого давления, тоже электрического. То есть вы еще займетесь вот таким видом транспорта, как полутоходы? Чуть-чуть будет иной, у нас будет свой форм-фактор, но будет электрическая версия, да. Ожидайте. Развитие продолжается? Конечно. Отлично.